такого никогда не видал. Вся набережная просто пустая, ни одной живой души. Друзья, что творится с нашей страной, что творится с нашим миром, я пока вообще не понимаю. У нас вводят ограничения на передвижение, пропуска, которые никто не знает, где взять, никто не знает, как получить. В ЗАГС можно прийти только вдвоем, только в масках. Кстати, сегодня мы маски... Сейчас иду! В маске сегодня мы приобрели. Кстати, сейчас вам покажу. Ну что, друзья, нам даже масочки подарили. Смотрите, вот такая. У Саши вот такая. Зацелованный. Зацелованный. Мне даже под свадебное платье сделали вот такие вот раз. И два. То есть на выбор, какая... Ну, у меня бежевое платье, бежевое с белым. Поэтому я буду дома примерять, какую лучше. Какой лучше намордник одеть, когда выходишь замуж. Раньше свадебная атрибутика была перчатки, всякие заколочки в голову. А сейчас, вот видите, вот такие вот маски. Кстати, кто там еще женится помимо нас в этот период, могу посоветовать. Здесь вообще не... Нельзя ни видеооператора, ни фотографа, ни вообще никого. То есть никого мы вдвоем. Нельзя, да. У нас даже есть масочки на всякий случай, мало ли скажут, одеть. Ну, мы готовы? Всем доброго дня. Мы сейчас в ЗАГСе находимся. Привет. Где ты, в прямом? Да, я в прямом. В ЗАГС никого не впускают, кроме нас, поэтому... Мы наши друзья. Министерство юстиции запретило вообще кого-то впускать, и мы одни находимся. Ну что, сегодня это платье пойдет под венец. Сейчас вам отмечу девочку, которая пошила мне эту красоту. Натулечка, моя подруга. Вот. Ну что, мейкап я уже сделала. Сейчас кручу волосы. Вот так вот в наше время надо выходить замуж. Я сама. Спасибо маме с папой, что руки хоть стали. Место растут, могу все сделать аккуратненько и красивенько сама. Сейчас приедет Диана и впихнет мне фату в голову, потому что сзади не буду видеть. Сделаю объемную мальвину. Не буду никаких окон делать, пусть легкая такая волна будет, волосы будут распущены. Еще у нас погода такая нелетная, пасмурная, солнышко выйдет только во второй половине дня. Вот, поэтому надо настраиваться на то, что можем еще немножко и подзамерзнуть. Вот. Кто где? Сашка пытается настроить конференц-связь. Ну что, друзья, Диана мне затягивает платье. Мы решили, что Саше не нужно это делать, потому что, вы понимаете, да, что мужчине доверять корсет нельзя. Платье мне пошила Наташенька, я повторяюсь, да, сейчас я вам выставлю. Она работает. Платье в полный рост. Дианочка. Друг мой сердечный. Господи, хоть она приехала с Омска. Я не знаю, что бы я делала одна. Вот я вам так покажу. Внутри корсет. Платье со шлейфом. Ручная работа. Шикарное платье. Ну что, друзья мои, платье застегнули, упаковали меня в корсет. Погода, конечно, не балует, распогодится только ко второй половине дня. Вот, сейчас осталось одеть фату. И, в принципе, я готова стать задойного почти. Друзья, я заказала пионовидные розы с элементов красных и такую штучку. Сейчас буду делать букет невесты сама. С красной ленточкой. У Саши будет красный элемент в костюме. Поэтому все сами.
Кому что, а нам жениться. Я как клипы кабриолет. С длинной фатой. Слушайте, ну так, наверное, еще никто не женился, как мы. Да! Саш, смотри на дорогу. Спасибо друзьям за каврик. Какая-то блестящая. Это тоже. Ой, вот накрашенный. Птички как поют. Смотри, какое старинное место, шикарное. Птички. И здесь мы абсолютно одни. Да, можно. Это дорогого стоит, потому что здесь всегда много людей, которые посещают это место. Сейчас не... Сегодня 4 апреля. И мы сегодня стали с Сашенькой муж и жена. Вот. Теперь колечки есть на наших пальчиках и, наконец-то, наши сердца. Вместе. Да, вместе. Я тебя за. Мужем и женой. Поздравьте друг друга. Без слез, без всякого. Берегите друг друга, дорогие мои, задойного. Еще раз целую обнимаю. И цените. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас.